В общем, ребята, я малодушно снял его с гнезда. Вот. Но... это было сделано лишь для того, чтобы узнать, смогу ли я его поймать или нет. Фух, я смог. Не переживай, я тебя отпущу. Сейчас только пойму, как тебя снять с крючка. Потому что я по своей глупости, наивности ничего не взял с собой. А-а-а! Блин, ребятки, это непередаваемое ощущение. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, дружище, помоги мне тебя снять с крючка. А? Помоги мне тебя снять с крючка. Я не взял ничего. Я сейчас попробую тебе рукоять ножа запихать в пасть. Зубастый, а? А, зубастый. Главное, пальцами туда не лезть. Ну, что я могу сказать? В принципе, на сегодня мое ладно, я пока не буду это снимать, сейчас я его отцеплю, потом сниму далее. Итак, я наконец-то выдернул эту лягушку из пасти этого зверюги. Вот он, какой огромный зверь. Ну вот, ну и поскольку я его так малодушно снял с гнезда, то... я просто обязан его отпустить обратно. Какой красавчик. Пусть идет к семье. Ну что же. Я могу сказать, что я рад. Я забыл вообще все причиндалы, чтобы облегчить себе жизнь по вытаскиванию лягушки. Поэтому я ему запихивал в пасть рукоять ножа. Сейчас он вся покоцанная. Ну, как бы смекалка у меня работает. Лягушку я из него вытащил. Вот. А. Ну и во своясь я отпустил. Кстати, да. На лягушке, на крючках, бородки загнуты. Это, я думаю, что благодаря этому я смог его вообще снять с крючка. Кстати, вот он.
Далеко он не убежал. Красавчик, ой, красавчик. Какие же они клевые, эти змееголовые.